на ремонте вот такой большой холодильник Sharp, двухкамерный, но Frost не работает. Значит, стоит в холодильнике уже плюс 15 после разморозки. Если разморозить его, то он пару дней работает нормально и морозит и морозиловка, и холодильник, но потом снова перестает холодить, и было подозрение на то, что не работает Tenotaic. Ну и, в общем-то, сразу туда и полез, чтобы определить Tenotaic. Значит, два винта, когда откручиваете, вот эту панель заднюю просто выковыриваете. Тут она на таких защелочках, вот на таких. Они такие достаточно жесткие, поэтому как бы надо выдирать, так сказать. Когда выдрали эту верхнюю крышку, сейчас, кстати, он работает, видите, тут изморозь, вентилятор включится, если нажать кнопочку закрытия дверки, работает. Значит, дальше, вот эту панель, тоже здесь два винтика, и сможете, остается, по-моему, один винтик, потому что этот с предыдущей, и тоже на клипсах отдираете, в том числе и вот здесь вот такие наросты, клипсы надо, ну, нагнуть вот этот флажок, и он вынимается. Когда выняли, начал проверять ТЭН, а у него, ну, около 300 ватт, около 300 Ом. Это нормально для ТЭНа, но когда, значит, где-то у меня родной Rallyataic, когда его вот здесь вот механизм крутишь вот против часовой стрелки, он клацает, ну, когда включаешь, работает компрессор, потом проворачиваешь, когда он так клац, и тухнет компрессор, собственно, должен включиться ТЭН. Проверил, ТЭН не включается. Посмотрел вот это провода на ТЭН идут, посмотрел в разъеме, на разъем 220 не приходит. Здесь у него вот Defrost термостат, то есть Rallyataic, можно так назвать. Значит, вытащил разъем, прозвонил, он не замкнут, хотя чтобы включилось, ТЭН, нужно, чтобы он был замкнут. Поэтому я просто физически здесь на разъемчике проволочкой вставил, замкнул вот этот синий и этот розовый и этот синий, и ТЭН включился, то есть ТЭН работает. Было подозрение, что не работает Defrost термостат Rallyataic, но он должен замкнуться при минусовой температуре, то есть я его снял, положил в морозиловку, он замкнулся, и все нормально. По какой причине? То есть если здесь нету минуса, то и не, он, по-моему, при минус 8 включается, или минус 12, то если здесь нету минуса, то и ТЭН незачем включаться. Потом, когда полностью, когда здесь все заморожено, ТЭН включился, допустим, наморозило, пришло время, ТЭН включился, все разморозилось, поднялась температура там до какой-то, до скольких-то градусов, не знаю, 15 или 30, и ТЭН замыкается, нет, ТЭН размыкается и отключается, подождите, реле. Размыкается и отключается из-за этого ТЭН, и тогда еще через 4 минуты включится вот это реле, включит уже компрессор.
Ну, вот такая история. А здесь так оказалось, что если вручную крутить, он переключает, но сам моторчик сгорел, он стоит на месте. Оставлял включенным, посмотрел здесь на первый и на четвертый, приходит 220. Это как раз напряжение, которое подается. Вот здесь можно даже проследить. Проводки идут с первого и с четвертого. И он должен начать крутиться. А он, я поставил такие заметки, на одном месте стоит. Поэтому я купил другой. Значит, смотрите, здесь стоит ND1004M2. Я же поставил китайский. Такого родного не нашел. Поставил вот такой. ТНДФ-702ЗД1. Тоже 1, 2, 3, 4, потому что есть разное расположение. И сейчас вроде бы все работает. Тут пометил зарубочки, поставил, чтобы проверять, оно вообще двигается или нет. По-моему, двигается. Ну и, значит, сам компрессор работает. После того, как все заморозит, посмотрю, сработает ли ТЭН. Потом включится ли, разморозит ли, включит ли, ну, весь режим просмотрю, включит ли он потом снова. Потому что бывает так, что если неправильно подобранный реле, то он дойдет до режима разморозки и на нем остановится, так и не сможет перейти на режим снова, на нем напряжение пропадает, а должно включиться только после того, как вот тут реле от тайки дефрост термостат, когда разомкнется, только тогда начнет поступать напряжение на вот часовой механизм, на вот этот механизм. А пока не оттает, на него напряжение не подается, и он как бы не 4 минуты, там 8 часов и 4 минуты. То есть 8 часов морозит, клацает, и на него вообще не подается напряжение, пока не сработает вот этот дефрост, вот этот температурный датчик, дефрост термостат. И когда он сработает, вот тогда будет считаться 4 минуты, и тогда он включит термокомпрессор. Вот такого реле от тайки на вот такой. Значит, смотрите, если посмотреть, то моторчик здесь подцеплен на первую и четвертую ногу. Значит, первая, если смотреть на крышку, смотрите, вот первая и четвертая. Если вы посмотрите на вот этот, то оно подцеплено на первую и третью. Смотрите, здесь оно приварено. А если как разбирается, то винтики, два винтика открутил, два отсюда, ну, собственно, и два отсюда. И здесь, в этом, тут просто нужно, он не приварен, а ну, просто подогнут. Разгибаете контакт первый, четвертый, ну, не контакт, а именно ту проволочку, тот проводок, который идет от моторчика. Вынимаете моторчик, снимаете пластиковую крышку и перепаиваете, меняете. Вот тут, видите, есть подключение к третьему, есть к четвертому. Вот к третьему здесь подключается к третьему, а нужно к четвертому. Потому что почему? Все работает, но когда доходит до оттаивания, и очень как-то интересно, если я клацаю вручную и клацнул на оттаивание, оно тает,
А если я ставлю на рядом, ну или вообще, если оно само дойдет, не оттает. Ну вот такая, не включается оттаивание. Поэтому, что здесь логика немножко другая, чем вот здесь в родном. Поэтому ставьте на, перепаивайте тоненький проводок 220 вольт от катушки, которая там, ну, нужно разобрать и перепаять. Как уже вы это сделаете? Я полностью разобрал и внутри здесь перепаял. Как вы сделаете, ну, без разницы, можете как-то откусить здесь и перепаять сюда, ну, разницы нет, там, там внутри ничего нет, просто стержень и тоненький проводочек от катушки электродвигателя, тоненький, подпаивается к этому, к ножке, такой, ну, к проводочку 0,5 мм. Такой стержень, который вот сюда, видите, вот этот, здесь он приварен, а там он просто загнут на вот этом контакте, загнут и так в загнутом состоянии держится. Повторяйте, это не сложно, но вот есть нюансы, на которые я хотел обратить ваше внимание.